Ты сидел в тюрьме, Тони? Забрали меня. Весь лагерь, пидоразу, мужу, бля, разошлись, бля, по всем морокам. Сам понимаешь, о чем я понял. Что скажешь, Гарри? Ни единому слову не верю. Я тебе того урод, ибо я тебе грамму где-то то, что я тебе сказал, пишу, бля. Отправьте эту сволочь в город свободы. Не пугай его, мне было. Куда хочешь, отправляй, короче, не ори его на меня, короче. Сколько там еще? Вот столько. Где-то, да. Да. И это ежемесячно. Каждый месяц постолько. Мы любим перекусить. Ты думаешь, я тебе более есть не даю, что ли, малышка? О чем ты? Ты хочешь деньги заработать. А я тоже хочу кушать. А вам какая цена кажется разумной? 400-500 рублей, да, понял? Только на связи будет. Монтан, ты ебнулся? Я объясню, хорошо? Пиздец. А зачем пистолет, Тони? Мужское, да, поведение, характер. Слышь, Тони, нахуя мне тебе вредить? Вы люди двигаются, как будто людей не осталось. Никто никому не верит, брат. Прошу, дай мне второй шанс, а, Тони? Никогда того рот ебал, брат. Прошу, Тони, я не хочу умирать. Прошу, не убивай меня. Успокойся, братишка, брат. Сказал, нормально будет, значит, нормально будет, хорошо? О, Господи, спасибо. Пошел ты нахуй! Нет! Я еду. Ебаная шесть, выключай, блядь. Ты будешь знать, кто я такой? Мафиозник.